Мы от всей души поздравляем вас с наступившим Новым годом и будем думать так, что этот наш Новый год не подсунет нам какую-нибудь свинью. Но вы знаете, очень радостно, что вот год наступил и идет достаточно вот так вот, ну как бы хорошо, да? Люди его встречают. Вот некоторые наши вот девочки поехали, встречали в Европе. Вот. Правда, некоторые встречали в салате, но кому где это самое. Хороший год. Вот. Вы знаете, мы с Сашей после репетиции едем, стоят две девочки, останавливают нас и говорят: вы извините, что мы остановили вас. Вот, вы не скажете, вот Новый год, какой день он наступил? Вот. Я говорю: вы знаете, вообще во вторник, а вторая говорит: ой, хорошо, что не 13-го. Вот. Так мы уже вот дожили до 13-го, и вот где у нас здесь есть, мы очень переживаем, потому что у нас завтра, вы знаете, большой праздник, очень большой праздник. И не только, потому что есть у нас Василий, который подошел и говорит: я не просто Василий, я дважды Василий. Я Василий Васильевич. Вот. Так что где-то он спрятался почему-то. Наверное, вот он руку поднял. Говорит: я Магарыч готовлю. Василий Васильевич, мы начинаем каледовать. Вот оркестр. Все-таки Василий день. Да. Восьмой номер, поехали. Спасибо вам. А вам больших творческих успехов в новом году. Спасибо.
посадим нашу елочку, но кто же ее посадит, она же елочка, да? Вот оно получается, такой крупный. Вот, мы сейчас вам сыграем мелодию про Крисмас. Вот, какая-то вот, да, вот такое вот. Правда, мы его никто не видел у нас, да, это знаете как. Официант, а почему у вас в крабовом салате нету краба? Официант говорит, ну извините, в греческом салате греков тоже нет. Вот. Так мы поэтому уже вот как бы играем. Его-то нет, но мы про него играем. А вдруг? Кормить никого не надо.
И пошли думать тоже надо. Вот, танцуем дальше. Thank you.
квартиры покупают. Грабят. Вот у нас, вот помните, был у нас трубач такой, молодой. Вот он, отправили мы его в Америку. Вот, он побыл немножко. Тихо! Уже купил квартиру. А теперь по скайпу пишет жене, говорит, что ты знаешь, дорогая, в новом году мы будем жить еще в дорогой квартире. Она ему пишет назад, говорит, ты что, купишь еще новую квартиру? Он пишет ей, говорит, нет, квартиру не куплю, но платежи придут. Ну, поехали дальше. Thank you.
девочка, которая хочет с нами выступить. Вот она где-то, вот она подняла руку. Выходи, девочка. Вот, посмотрите, как она красивая девочка. Вот попробуйте сказать, что она не Снегурочка, а потому что это давление. Хорошо. That was so beautiful.
Эти кандалы я чищу, пью по мужчине. Thank you.
цвет мы сегодня не будем. Я только когда играют оркестр, но вы не надо свистеть, я не хочу. А зачем они нужны? Thank you.
Говорит, ну, откройте рот, я посмотрю, посмотрю, говорит, ой, так у вас же гланды, поласкать надо. Знаете, что она ответила? Она говорит, хрен с вами, поласкайте. А я говорю, 47, 47, да? Чачи у нас нету. Ничего найдем. Но ча-ча-ча мы всегда поищем. Ага. Здравствуйте. Ну, ну как этот сам? Мы наоборот ждем, что будет танцевать. Thank you.
вы проехала? Приехала сюда и ничего не даете ему вот сыграть, что я вот хочу, чтобы эта цена играть.